однажды рассказали прекрасную и горькую, как были, о матери, которую предали, которую любви огонь спалил. Однажды ее сын в пылу признания. Стихотворение «Сердце матери» в исполнении Ксении Седовой стало одним из самых эмоциональных номеров отборочного тура. Его члены жюри единогласно признали достойным для представления в финале первого городского фестиваля для людей с ограниченными возможностями. Кроме Ксении, к участию допущены порядка 30 человек из Темиртау, Актау и Караганды. Позиции девушка провожала бойца. Темной ночью простилася на ступеньках крыльца. Финал фестиваля состоится в Темиртауском дворце культуры уже 5 декабря. На сцене ДК люди с особыми потребностями представят свои лучшие номера. Поддержать их организаторы призывают всех темиртауцев. Мероприятие пройдет 5 декабря. В 12 часов будет устроена ярмарка-продажа ручной работы, подделок, картин, которые инвалиды сделали с трудом, с любовью. Поэтому мы просим наших горожан, гостей, чтобы они приобрели эти вещи, почувствовали, может быть, энергетику в этих вещах. А в 2 часа у нас будет вот концерт, фестиваль на сцене ДК. Участие в подобном фестивале для людей с особыми потребностями – это хорошая возможность проявить себя на большой сцене, где каждый его участник уже считается победителем и достоин памятного подарка. Все призы организаторы планируют приобрести на спонсорские средства и деньги, собранные из продажи билетов. Цена одного благотворительного билета символична и составляет всего 200 тенге. Анна Калинина, Сергей Баданин, новости Темиртау.